Едем с Карлом в ветеринарку сдавать анализ на орнитоз. Понос не проходит. Ну как не проходит? Бывают периодически небольшие, как прозрения. Вроде поменяли ему и рацион. То есть сейчас он ест только курятину, куриные пупки, кусочки жилы, шкурка. Ну, короче, отходы. Ну, не знаю. Самое постное, что можно было, наверное, найти. Анализ на орнитоз. Благо, есть хороший человек, сосед Василий. Ему привет. Спасибо большое, помог, потому что сколько не звонил по ветеринарным лечебницам, именно таким частным. Есть возможность, нету возможности, замечательно. А какая есть возможность? Никакой возможности нет. Можем просто его пролечить от орнитоза. Ну, смысл его лечить антибиотиками, залечивать, если ты не знаешь, есть или нету заболевания. По внешнему виду у него все нормально, то есть у него не выпадают перья, у него нормальный, не нормальный, у него отличный аппетит, он сожрет кого хочешь, только главное мелко ему нарезать и руками. Будет рядом лежать, не жрет, а вот если руками ему подкидывать, как мамочка, и орет, жрет, все, сколько ни дай, все в него влезет. Два полноценных куриных пупка, это грамм 150 веса, наверное, он нормально в него влазит, аж залетает. Так что с аппетитом у друга проблем никаких нет. Сейчас, если получится, немножко поснимаем, сдадим анализ, поймем, что вообще с птицей происходит. Так. Карл, ты живой? Живой, но дико недовольный, я вижу. Прошу прощения. Пошли дальше. Короче, поснимать не разрешили, Карлушу забрали, сказали, что это не очень легальная процедура и очень дорогая, поэтому если снимать, то только за деньги. Ладно, шутки шутками, попросили посидеть в коридоре, пока Карлуша набирает кровь. Сказали, вороны вообще стрессоустойчивые птицы, он крупный, молодой, кушал, пил, так что все должно быть нормально. Забрал я Карла. Он немножко уставший, больной и испуганный. Скажи, то, что для вас пару капель, у нас пол-литра. Выделили мне сыроватку с его крови. Сейчас надо будет занести медицинский центр при... Забыл, как называется. Короче, вот эта ветеринарная фигня, у нее здесь вот делаются анализы. Там набрали кровь, сделали сыроворотку, выделили, отцентрифужили. Сейчас я ее занесу, и там через какое-то время будет результат. Через сколько, еще не знаю, не узнавал. Я понес. Все, отдал сыроворотку, едем домой. Снимать, естественно, нигде ничего не разрешают. Объяснять, почему, тоже бессмысленно. В стране идет война. Особенно в районе государственных структур. Это Держпоживслужба была. Мой друг работает в ней. И вот так получилось. Тихо, Карлуша. Получилось дать, можно сказать, на шару этот анализ. Что вообще хотелось бы сказать? Узнал, анализ стоит 1000 гривен. Поскольку птичка бюджетная, слава богу, что получилось дать бесплатно. Спасибо большое моему другу Василию, который работает в Держпоживслужбе. Он и побеспокоился об этом вопросе. Спасибо огромное. Выручил. И результат будет, мое удивление, в пятницу. Потому что, как я узнал в платной лаборатории, то есть сделать анализ на орнитоз человеку, это 2 недели. То есть там берут кровь, просеивают что-то там, ждут, пока антитела появятся. Смотрят на рост антител, это от 10 дней, короче говоря. А Карлушин анализ будет в пятницу, сегодня среда. То есть 2 дня, и мы узнаем, есть у парня орнитоз или нет. Если нет орнитоза, слава богу, птичка здоровая, кушает хорошо. Я, значит, заболел вирусником каким-то, а не этой фигней. В
В общем, вот такое видео, как мы сдавали Карлуше анализ на орнитоз. Толком ничего не снял, но много чего рассказал. Если понравилось или что-то полезное, лайк, подписка. Спасибо большое, друзья.